соотечественники, уважаемые эстоноземельцы, уважаемые читатели портала «Славия». Я, как генеральный консул Российской Федерации, сердечно поздравляю вас с наступающим 2020 годом. В этот день, сегодня, я хочу вам сказать спасибо вам за ту поддержку, которую все вы оказываете генеральному консулству в тех проектах, которые направлены на укрепление двусторонних отношений. Я это вижу по соотечественным организациям, как они вместе с нами, либо мы вместе с ними проводим субботники. Мы ухаживаем также за воинскими захоронениями. Мы принимаем участие практически во всех мероприятия, которые так или иначе связаны с нашей страной, культурные мероприятия, исторические. Я восхищаюсь тем, как вы принимаете наших артистов. Я вижу, что культурная составляющая российского участия здесь, в консульском округе, очень велика, и она востребована вами прежде всего. И завершаю свое краткое приветственное слово, уважаемые соотечественники, уважаемые читатели портала «Славия», я прошу вас еще раз принять наши самые сердечные, самые искренние поздравления по случаю Нового года. Спасибо вам. Спасибо.